В органы опеки должны были обратиться? Я обратилась. Ага. Они сначала мне не давали разрешения, когда вот дом-то хороший был. Да. Они сказали, не-не-не. Центры социальной поддержки населения и занятости, служба судебных приставов, психоневрологические и наркологические диспансеры и другие соцорганизации Бурятии в одном месте. Мобильная бригада в составе 22 специалистов приехала в Хоринский район. Полдня они давали консультации для приемных родителей. У нас двое ребятишек, 12 лет мальчик и 10 лет девочка. Забрали мы их... с центра реабилитации вопрос алиментов меня интересовал, потому что алименты до сих пор у нас так и не платятся. И вопрос по пособиям, по единому пособию решила вопросы, поняла. К слову, вопрос про алименты и пособия, по словам специалистов, входит в топ-3 самых волнующих. Еще две актуальные темы – это поступление в вузы и СУЗы и жилье для детей-сирот. В основном граждане обращаются с вопросами по очередности в списке и предоставлении жилищного сертификата. Вопросы бывают, кто имеет право получить вот этот жилищный сертификат. Но у нас в районе 49 замещающих семей, в которых воспитывается 82 ребенка подопечных. Наши замещающие родители вот как раз сегодня на месте могут получить ответы на свои такие проблемные, горячие вопросы, которые они хотели задать, и сегодня вот, действительно это очень актуально. Мобильная бригада – это проект Министерства соцзащиты населения. За этот год специалисты посетили 7 районов. В ноябре запланирована последняя в 2024 поездка в Тарбагатайский район. Алина Котова, Сарюна Нанзатова, телекомпания ТВ, Хоринский район.